Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 44-м уроке видеокурса «Лендинг пейдж для начинающих». И в этом уроке я хочу вам показать обалденный эффект, который мы можем применить к любому тексту. Я навожу мышку на буквы, и у нас типа 3D-эффекта вот так вот симпатично прокручиваются. И другая сторона у нас другого цвета. Можно сделать либо одного цвета, либо разного. И, соответственно, вот эта передняя сторона, она у нас вся белая, тоже можно задать либо один цвет, либо каждой букве свой цвет. Ну и, соответственно, шрифт, размер, цвет самих букв, это тоже все меняется. Давайте перейдем в программу Adobe Muse и посмотрим, как это делается. Итак, я из библиотеки вытягиваю виджет. И давайте рассмотрим его настройки. Здесь небольшие настройки. Смотрите, первое поле – это вы пишете первую букву вашего слова. Здесь можно использовать даже большие слова. Не обязательно, чтобы у вас было все по одной букве, как в моем примере. Вот смотрите, я пишу, значит, свой адрес, например, и нажимаю Enter. У нас подгружается. И у нас может так получиться, что у нас не влезут буквы. Давайте сначала определимся с буквами и с цветом. Значит, смотрите, у нас следующие идут два цвета. Background – это первая позиция цвета, а второй background – это у нас второй цвет, который появляется, когда мы мышку наводим на этот куб. Также его выбираете. Здесь его не будет видно, только уже в примере. Вот, смотрите, пока оставляем так. И, например, нам нужно текст сделать жирнее, может быть, изменить цвет и изменить шрифт. Поэтому я выделяю этот виджет, выбираю инструмент «Текст» и приспокойненько здесь, вот, например, меняю размер, делаю большим, 60. У нас происходит вот такая ситуация. Дальше нам нужно поменять цвет, например. Цвет текста я меняю на белый. Вы видите, текст изменился на белый. И самое главное, нам нужен какой-то шрифт. И меняю шрифт. Также поменялся и шрифт. Теперь захожу в настройки виджета, и вот ниже первое, где написано 100, это ширина и высота, следующая настройка. И нам нужно здесь подобрать ширину. Я ставлю 400 и посмотрим, что у нас произойдет. Видно, что у нас блок вытянулся, но у нас переносится еще ru. Недостаточно. Делаю, например, выставил 500. Вот таким вот образом. Если у вас виджет растянулся, вы можете за ползунок его потом поднять. То есть можно помещать целые слова. Вы видели сейчас все, что я настраивал. И давайте предпросмотр, посмотрим, что у нас получается. Вот смотрите, при наведении просто красотища получается. Соответственно, вот если у вас возникнет вопрос, как я сделал буквы, что у меня низ букв разрушается, да, это у нас просто шрифт. То есть это установленный шрифт в Adobe Muse. То есть вот такая вот красота. Я считаю, это вообще просто очень-очень-очень красиво. Ну и давайте я вам скажу, как я сделал вот эти буквы. Если вы не знаете, чтобы вы не усложняли себе жизнь, смотрите, я вытянул виджет, да, сначала я его полностью настроил. То есть настроил одну букву, настроил цвет, настроил шрифт, цвет буквы, а потом просто зажатым Alt-ом я скопировал данный виджет и скопировал его много раз, чтобы я мог написать целое слово. Так будет проще, нежели вы будете вытаскивать из библиотеки один и тот же виджет. И, соответственно, уже выделяя каждый потом виджет, заходя в его настройки, я меняю букву на другую, меняю другой цвет и так далее. Надеюсь, урок для вас был полезным. Если вы хотите использовать данный виджет в своих работах, под этим видео ссылка на мой сайт, перейдете и там скачаете данный виджет. На этом я заканчиваю видеоурок и увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак
качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.